Афина повела тебя гулять. Давайте, наверное, идите пока, ждите в бус. Заболела Афина. Что-то у нее с желудком, раздуло ее прям. Вот. Сейчас поедем. Да, рыгает. Поедем в ветклинику сейчас. Всем здравия, друзья. Вы на канале приюта бездомных животных. И у нас в приюте Чиппы. Заболела наша самая большая собачка. Немецкий дог Афина. Заболела внезапно и серьезно. Все наши планы и намерения, конечно, разрушились. И нам пришлось очень срочно вести ее на диагностику. Я сейчас собачек успокою и тоже к вам приду. И поедем. Зашли, Афине интересно. Афина, скажи, чего там, чего там, чего там? Пахнет, пахнет щенками, да. Так, ждем Александра и поедем. Я вот и папа. Да. Все? У кого-то понедельник начался с Моника. С радостной вести. А у нас понедельник, вот он. Угу. С поездки так, ветку. Все, Афина, присаживайся. Сидеть. Афина, сидеть. Ау. Афине все так интересно, пахнет щенками тут. Все обнюхала такая. Нос большой, большой нос, афинячий. Уже почти доехали, Афина решила прилечь под печку. Обогревается, тут тепло, так хорошо, да, Афина? Мы не станем сейчас? Нет, станем. У нас папа мастер. Все, приехали. Ты возьмешь Афину? Давай. Держи, я уже прицепила ее. Ой. Заходим? Посмотри, а то вдруг там кто-нибудь. Кто-нибудь. Чтобы мы не напугали людей. Нет. Заходим? Да. Да. Да, слушай, животик у нее прям сдут. Что беспокоит? В общем, внезапно у нее началась, как это называется? Рвота. Рвота. Но, знаешь, как бы не едой, не желчью, а просто белая липкая слизь, вот слюни просто. Это. И после того, как я ее покормил, ну, нормальной едой, она опять все это выблевала в мешке из слюней. Mm-hmm. Белая Седу пена. Уже, да? Да, да, белая пена такая. Пьет воды много и рыгает после этого, да. Вот. Ну, просто, ну, и пузико у нее подсутствует. Сегодня, да. И она обычно так не выглядит. Вот это вот у нее такого не было никогда. Mm-hmm. То есть она, ну, красивая, такая ровненькая. Все. Mm-hmm. То есть вот это вот у нее вот сейчас только такое образовалось. Место. Место. Афина. Афина. Место. Не лапа. Ну, я знаю, что ты не хочешь. Место. Быстро. Молодец. Нравится кататься? Да. Так, ну давайте ее на правый бочок. Давайте. Да, у меня вот это вот все желудок. Все огромный раздутый желудок. И вот это множественными частичками. Чего ж с ней такое? Его прям полностью не просмотреть. Знаете, вижу только вот расширенный огромный желудок, поэтому пока что сейчас еще смотрим. Сейчас я чуть-чуть здесь подгрею. Блин, что ж она такое с ней? Странно, конечно. Не вижу, что бы там такое вот мешало. Мешало бы так проходить. Как будто у нее такое, это как будто асцит. Это все желудок. Это все желудок. Это, конечно, ненормально. Возможно, открыла
рисовать придется, смотреть, что там. Нет, у меня здесь просто вот в вот этой части я какое-то образование вижу. Просто, знаете, как может быть, что оно давит, допустим, ой, где-то на желудок, да, я его сейчас не вижу, мог дальше, только вот в этой области вижу. Оно давит на желудок, не дает проходить содержимое, то есть, ну, что-то громада занимает желудок. Ну, как же быть? Ну, сейчас давайте сядем с Линочкой, посмотрим, потому что, может быть, там что-то еще прояснится. Переложить ее туда? Да. Чувак хороший, спокойный. Тихо, тихо, тихо. Не встаем. Нет. Ты же сможешь ее держать? Конечно. Не, он просто, я тогда выйду, пока вы сделаете. Да, конечно. Не буду мешать. Ух ты, как. Так не должно быть, да? Нет. Афина. Сейчас я вам покажу, какой Афина носик сполз. Тем-тем-тем. Да, залапни. Нужно делать диагностическую лабораторию. В принципе, до завтра это терпит. Можно было бы неплохо взять у нее анализы, общую биохимию. Давай сейчас все возьмем. Для того, чтобы вообще как бы знать, ну, чего нам ожидать и для периода реабилитации, если вы как бы готовы. Конечно. Финансово. Так-то она вроде бы розовенькая, не бледная, хорошие слизистые. Зубы уже. Зубы не нравятся. Показывай страшные зубы. Поэтому сейчас это возьмем. Ну, у нее в любом случае лучше, чем у меня зубы, так что. Немножко прокапаем ее. В результате УЗИ и рентгеноскопического обследования мы получили только предположение. Собачке придется делать лапаротомию, и специалист, который сможет провести такую сложную операцию на крупной и пожилой собачке, будет только завтра. А сегодня мы возьмем необходимые анализы и будем поддерживать собачку терапевтически. Афина, иди сюда. Место. Место. Сидеть. Сидеть. Она похудела еще. Странно. Странно, да. Все, 50 с копеечкой, короче. 50, странно. Так, вы, наверное, где-нибудь здесь мастить. Я возьму кровь, поставлю ей катетер. На сколько времени мы успеем? У нас осталось уже 15 минут, считаю. Да, 15 минут, 4, мы уже опаздываем домой. Тогда катетер оставите? Да, конечно. Если мы домой уже повезем ее. Афина, ну все, все. Сейчас домой поедем. Так, все, загрузились. Полетели мы домой, а тут сейчас гулять нужно. И еще Афину капельницу ей делать будем. Афина лежит. Устала, в клинике напугалась, да? Скажи, везите меня уже домой. Я уже не могу. Афина, приехали. Пойдем домой. Домой? Афина, вот мы и дома. Скажи, наконец-то. Ну что, будем гулять? Или будем стоять, Афина? По-моему, они все не гуляют, они все ищут орехи. Афина. Че, Бучандрик, будешь помогать? Афину держать будешь? Че, Санечка, все набрала уже? Да. Ну, пойдем. Пылючку подняла. Бритое пузо. Пузо, конечно, ужасно дутое. Миранда, не лезь. Миранда, не лезь, отойди. Миранда. Все, катетер даже не забивается, мне кажется, такой. Все собаки. Поставила. Так, да. Давай я открываю и посмотрю, как будет идти. Так. Ну идет, да. Угу. Идет.
Ужасное пузо у вас, Афина. Ладно, неси лекарства, на столе лежат. Прям сейчас? Да, буду возить потихоньку. Ну давай. Такое, чего ты суетишься? Лежи спокойно. Такое, подозрительность. Угу. Подозрительная собака какая. Собака, ты немножко сползла что-то с подстилашки. Ну и короче так еще ближайший час. Минимум. Это да, ближайший час, а потом может еще что-то. Хорошо, если она дрыгаться сильно не начнет. Ой-ой-ой. Надо, чтобы она до завтра как-то дожила. Сейчас мы ее поддержим, а завтра уже будет доктор, который сможет ее оперировать. Вот такая фигня. И пока мы даже примерно не представляем, что с ним могло произойти. Мы продолжаем. Так. Все. Рентген капается, B12 сделали, анальгин сделали. Сейчас ондансетрон осталось. Так, все, набрал я этот второй тюбик. Кубик-тюбик, да? Чук-чук, у меня тут лежит, грустит. Так, Миранда, вот бы ты не мешалась. Ну, аккуратно. Да, не мешается. Ну, хорошо, сиди, все. Раз ты не мешаешься. Все, последний получается. Ну, да. А капать еще сколько? Не, я им плюсу какую-то, да. Еще вот такую же капать. Тоже. Миранда тут пристроилась. Так, ну, второй флакончик у нас идет. Ну, больше часа, да? Так уже полседьмого какой. Больше часа, конечно. Уже полтора часа капаемся. Ох, и раздуло ее, капец. Короче, все мы сделали. Большая собачка, конечно, дорого обходится. Ну, а что делать? Да, бучара? Бучара такой носотик. Все уже устали ждать, когда Афина прокапается. Продолжение истории нашей собачьей королевы смотрите в следующем видео, друзья. Мы будем очень благодарны вам за поддержку и быть добром.